Черта не видно! Салли, ты живой? Да! Ничего не видно! Ничего не видно! Ни черта не видно! Салли, ты живой? Не видно. Салли, ты живой? То, что надо. Берегись! Вот тебе!
Надо выбираться! И как же, по-твоему? Сюда, Нейт! Я тебя подсажу! Осторожней! Так, сейчас спущу лестницу! Так, внимание! Есть! Ну, вот так. Спасибо. Дайте пушки. Туда с ними нельзя. Да, точно. К сожалению. Ну, вроде все. Пошли. Надо делать ноги, пока остальные не явились. Так, нам сюда. Наверх. Нейт? Бегите. Бегите. Господи. Тихо, парень. Отойдите. Отойдите. Да что с ним такое? Это яд. Что? Так, надо увести его. Черт. Пошли, сынок. Не трогай. Ладно. Мы просто хотим помочь. Отвали! Не трогайте меня. Нейт! Нейт! Отвали! Спокойно. Что ж такое? О, Господи! А! Спокойно. Идем. Не трожьте меня. Дрейк. Марлоу ждет. Нет, 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 нет! Скоро все закончится. Нет. Нет. Спокойно. Верь мне. Прости. Салли? Салли здесь нет, Дрейк. Ты теперь один. Салли знает. Верь нам. Иди за мной. Нет, не пойду. Смирись. Где это я? Ты с нами. Просто послушай. Ты знаешь, что мы ищем. Не дай им, не дай им. Они тебя не тронут. На, черт, не надо. Где искать? Не знаю я. Лучше отдай. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Не знаю. Так. Черт, я не знаю, не знаю. Не надо! Не знаю я! С добрым утром! Не советую звать на помощь. Не забывай, ты здесь не совсем легально. Великое начинается с малого. Я знаю, что в глубине души ты все тот же грязный, перепуганный щенок.
Вы не знаете обо мне ничего. Вообще-то, я знаю тебя лучше, чем кто-либо еще, мистер Дрейк. Не настоящее имя, конечно. Но не будем об этом. Мать-самоубийца. Папаша сдал 5-летнего сыночка в приют. Некий приют Святого Франциска. Прямо почерк Диккенса. О! Спокойно. Она нам ни к чему. Если, конечно, нам не придется тебя упрашивать. Что вам нужно? Увы, как это не прискорбно. Твоя помощь. Найди мне Салливана. Ага. Я в курсе, что ему известны координаты Ирама. Откуда вы знаете? Ты сам сказал нам. Ты не такой уж верный друг, каким хочешь казаться. А он тебе друг? Что? Как это... как это понимать? Подумай. Ты ведь... угодил к нам в лапы довольно давно. И что-то он не спешит на выручку. Разве он спас тебя там, в Картахене? Он просто тебя использовал. Я вижу, к чему вы ведете. Поверь мне, Виктор всегда блюдет только свою выгоду. Это суровый факт. Я поняла это 20 лет назад. Удивительно, что ты до сих пор не понял. Зря стараетесь, мэм. Как скажешь. Но ответь мне. Забрав тебя с колумбийских улиц 20 лет назад, он спас тебя от той жизни? Или же обрек на эту? Ах, прекрасно. Ну, Виктора засекли на другом конце города. Увы, дружок. Похоже, тебя убрали из уравнения. Стоп!
الشرطة! وقف عندك شرطة! وقف! 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 احنا البوليس! Сюрприз, урод! Черт! Куда он делся? Ну, класс. Позвольте. Извините. Вот он. Думал, оторвался? Ну хватит, Толбот! Надоело! Ah!
Фокусник. Я собах эльфелеф эль-уэль хумас вэль бабаганук. Помнишь меня? Рамзес! Скажи мне спасибо, друг. А, ну да, спасибо. Я серьезно. Англичанка велела тебя убить. Но я славный парень. Я спас тебе жизнь. Сейчас я твой единственный друг. Ну-ну. Ждешь от меня ответной услуги, так ведь? Умный. Молодец. Взял и сам все понял. Мне нужна такая малость. Дорога к Эраму. Конечно. Где город? Я этого не знаю. Брешешь. Слушай, а если бы и знал, ты убил бы меня, как только бы я раскололся. Обижаешь? Ты же пират. Пират и бизнесмен. Прояви уважение. Давай еще раз. Как мне найти город? Ты можешь хоть пытать меня. Ладно. Но я правда этого не знаю. Пусть так. Тогда мне наверняка поможет твой друг. Что? Кто? Твой друг. Виктор Салливан. Я не хочу этого делать. Все-таки он уже в почтенном возрасте. Стой! Нет. Ты не оставил мне выбора. Может, Виктор ценит свою жизнь дороже? Стой! Не трогай Салли! Пока, Дрейк! Не смей его трогать! Ну, повеселимся. Значит, не хочешь говорить, да? Ah!
ладно. Ублюдок! Черт, ты-то откуда вылез? И не вставай. Ладно. Ром, ну конечно. Вот это я понимаю. Пусто. Ну да, пусто. Ну и местечко.
Черт. Ну, рискнем. Ну и местечко. Ладно, уже прогресс. Я тебя вижу. Только не оборачивайся. Не надо. Вот она, башня. Теперь пробраться мимо них. Говорят, надвигается шторм. Да, Рамсес обещал, что дельце будет выгодное. А кто так, такая Сали, эта англичанка? Ты где-то здесь. Иди сюда. Продолжаем. Thank you.
Так, уже близко. Ой-ой! О, черт! Это тебе за моего друга. Черт!
сейчас рванем! А, черт! Нет! Черт! Так, уже близко. Черт!
чувствую запах пропана поутру. Попался! Черт! Бежим! Опа!